Отлично, отлично, большинство, да. И это как раз основное наше направление. Сергей рассказывал, точнее, сначала Юлия рассказывала отличный доклад про личный бренд, да, это, скажем так, первая часть, ядро, фундамент. Сергей рассказывал про то, как набирать просмотры, как набирать аудиторию, да, а то, чем я занимаюсь, основное, скажем так, направление, это то, как вот превращать просмотры, подписчиков, лайки в деньги. Для начала буквально пару слов о себе. Январь 22 года. Мы с семьей приезжаем в Америку, да, 2,5 года назад. Вот это забавная фотография на границе. Просто представьте ситуацию. Пограничник спрашивает, да, цель визита. И мы говорим туризм. При этом супруга на 8 месяце беременности с 4 чемоданами. И у нас дочка годовалая с американским паспортом, также с последней тур поездки. Вот. И у нас в России было три бизнеса, ну, три основных направления. То есть мы занимались, у нас было диджитал агентство, мы работали, в принципе, с постоянными клиентами. Был магазин техники Apple, Steve Jobs, и был магазин спорта тренажеров. Но, соответственно, когда мы переехали сюда, ну, мы поняли, что там товарный бизнес вести удаленно из Америки как бы не очень идея, и мы пришли к тому, что надо делать что-то в онлайне, поскольку наша основная специализация это все-таки маркетинг, продвижение, и свои бизнесы мы в том числе, да, на своей экспертизе подняли, то мы решили, соответственно, идти в онлайн. Здесь я начал общаться, то есть также ходить начать на нетворкинге, общаться там с друзьями, знакомыми, ну и рассказывать, да, собственно, начинать продвигать свой личный бренд, рассказывать вообще, чем я занимаюсь. Я столкнулся с тем, что люди спрашивают, ну, в целом, да, то есть тебе приходится доказывать, поскольку там в России люди не знают,